Раз, два, три. Проверка связи. Друзья, я вижу, что количество участников в чате возросло, а значит, вы действительно обзвонили свои команды и пригласили их на сегодняшнее обучение. Вижу, что в чате вы начали друг друга приветствовать. Очень этому рада. Сама всех вас приветствую. Поставьте, пожалуйста, плюсы, если меня хорошо слышно. Это будет мне сигналом, что я могу начинать. Отлично, плюсики. Так, Виктория пишет, не слышно. Так, давайте я немножечко громкость увеличу. Слышу. Так, Ирина из Краснодара, не пойму, что написала по-английски. Так. Все нормально. Угу. Слышно отлично. Все, друзья, отлично. Проверка связи удалась. Как всегда, я попрошу в чате не писать вопросы, да, во время моего выступления. Но если вдруг что-то будет со звуком, то просьба сразу мне об этом сигнализировать. Договорились? Еще раз всех приветствую. Сегодня отличный день. Поздравляю всех с началом месяца, еще и с началом лета. Кто заходил в комнату заранее, да, то видели, что я включила ролик про солнечную Грузию. Это в преддверии того, что у нас с вами сегодня началось лето, тепло, солнышко, и все, как говорят, лето – это маленькая жизнь, да, действительно, лето – это маленькая жизнь, и она у некоторых бывает очень-очень-очень интересной и активной. Я представлюсь, меня зовут Олеся Селезнева, и я являюсь лидером компании «Армель» в ранге 28%. Сегодня у нас с вами очень важная и интересная тема, да, потому что она одна из первых стоит в нашем обучающем цикле «Запуск». Это то, с чего нужно начинать, да, приход в бизнес, наш. Это маркетинг-план. Я бы сказала, что это своего рода документ, да, это договор с компанией, какие действия вам необходимо делать, чтобы получить результат и чтобы мы с вами имели хорошее вознаграждение, да. Друзья, в маркетинг-плане очень-очень важно разбираться, потому что при незнании маркетинга, при одних и тех же трудозатратах, да, при одном и том же товарном обороте вы можете зарабатывать разные деньги. Но для тех, кто приходит в бизнес, да, я считаю, это первостепенно, да, потому что мы приходим с вами за деньгами. Соответственно, нужно понимать, как можно увеличить свою эффективность, да, чтобы в конкретной компании с конкретным маркетинг-планом как можно эффективнее зарабатывать. Согласны? Согласны. Я всегда благодарю коллег, да, за обратную связь, потому что когда нас разделяет с вами экран, когда мы друг друга не видим, не видим эмоций, очень важно понимать, что вас слышат и к тому же еще и согласны, да, поэтому огромное спасибо вам за обратную связь, когда я задаю вопросы. Итак, смотрите, существуют разные маркетинг-планы, да, и основной – это классический маркетинг-план, его еще называют «Солнышко». Вот вы знаете, что все компании, которые входят в топ-10 MLM-компаний, лучших в мире, да, все используют этот вид маркетинга, представляете? То есть есть, допустим, бинарные маркетинги, да, матричные, комбинированные, но спустя
какой-то период времени многие компании пришли именно к этой модели, да, и это неспроста, потому что история показала, что именно компании с классическим маркетинг-планом являются, так сказать, живучими, да, в таких компаниях можно выстроить долгосрочный, стабильный бизнес с остаточным доходом. Я подчеркну именно слово «с остаточным», не «с достаточным», а именно «с остаточным». То есть, другими словами, этот вид дохода называют еще пассивный. Пассивный доход – тот доход, да, который не зависит от вашей деловой активности. Об этом мы еще чуть позже поговорим, но сама идея, да, то есть мы можем и продавать не только продукт, да, саму идею. Так вот, идея, проделав работу однажды, да, получать за нее вознаграждение, а пассивное вознаграждение, не зависящее от нашей деловой активности. И в связи с этим у меня к вам вопрос. Скажите, хотели бы вы, раз проделав работу, создав, допустим, клиентскую базу, команду, да, много раз получать вознаграждение? Как вам такая идея? Хотели бы? Светлана пишет, Юля, да, конечно же, да. Конечно, я тоже не предполагала другого вашего ответа, да, и смотрите, насколько я вам сейчас скажу колоссальную вещь. Вот это вознаграждение нам не позволяет дать ни одна работа. Ни один работодатель по найму, да, не скажет нам, ты ходи, вот, например, год на работу, а потом можешь не ходить, а я тебе буду до конца жизни там платить, например, да. Или сегодня мы ходим на работу, нам платят заработную плату. Если вдруг завтра по какой-то причине мы перестали ходить на работу, ну, не знаю, либо там нам просто не захотелось, либо, не дай бог, там сломали себе что-то, заболели, да, то все, мы становимся уже никому не нужны, и как бы от таких работников стараются по большей степени избавиться, да. И это на самом деле суть вообще любого сетевого бизнеса, да, секрет любого маркетинг-плана, потому что сейчас, понимая вот эту идею, вот эту возможность, да, на нее приходит сюда очень-очень много людей. Поэтому эту идею вы тоже можете доносить людям, которых вы хотите пригласить к себе в бизнес. Смотрите, из своего примера я скажу, что я в бизнесе, ну, чуть больше 6 месяцев, то есть такой для сетевика это, ну, ничтожно маленький период, да, полгода, но сегодня я уже чувствую стабильность. Все вы знаете, что, наверное, все знаете, что я недавно с семьей ездила на автомобиле, полученном от компании, в такое маленькое путешествие, отдых-работа в Крым, да. Так вот, можно сказать, что полмесяца я, ну, можно сказать так, проявляла не такую активность, да, как бы могла, допустим, в другой месяц. И за 2 недели моего отсутствия, за 2 недели отдыха, мой чек, да, когда я вернулась, он уже был равен той сумме, которую мы потратили на отдыхе, да, здорово. То есть понимаете суть, что мы здесь уже выходим на другой уровень жизни, на ту самую стабильность, когда ты знаешь, что даже если вдруг по каким-то причинам ты будешь менее активна, все, ты колесо уже закрутила, да, есть такое понятие закрутить маховик. Всегда сложно на старте, но когда колесо закрутилось, все, оно уже крутится, и вы при этом прикладываете мало усилий. Скажите, еще вот такой вопрос. А хотели бы вы, допустим, передать свои труды, все, что вы, допустим, смогли заработать там своим близким, родственникам, детям? Ну, наверняка тоже хотели, да, я вижу, что очень много в чатах пишут, конечно, и это, опять же, один из основополагающих моментов, да, бытует такое мнение, что нужно устроиться на хорошую работу, отработать там определенное количество лет, доработать, скажем так, до пенсии, вот пенсия – это некая стабильность, которая поможет тебе, так скажем, ну, не знаю, сегодня пенсия, она, наверное, не дает никакой стабильности, в том числе и даже там
определенного уровня жизни, да, пенсии, они ничтожно малы, так вот здесь с помощью определенных действий, с помощью определенного маркетинг-плана мы можем проделать какие-то действия, создать пассив, который и обеспечит нашу с вами старость. Ну, представьте, что вы каждый месяц зарабатываете 300-500 тысяч рублей. Сколько вам нужно для жизни, да? Отложили, остальная сумма остается. И можно, грубо говоря, там, я не знаю, за несколько лет, за 3-5 лет, допустим, купить квартиру там в той же Москве и сдавать ее, да, к примеру. Вот он вам пассивный доход, вот он, вот она та пенсия, она будет гораздо больше, нежели ту пенсию, которую, ну, допустим, получают сегодня мои родители и ваши, да. Но про это очень долго можно говорить, суть вы поняли, и я хочу больше вам донести суть именно нашего маркетинг-плана, да. Вот поэтому такой классический маркетинг-план, он дает эти возможности, те две такие животрепещущие темы, которые мы сейчас с вами затронули. И когда я выбирала в компанию осознанно, да, для бизнеса, не просто прийти там, не знаю, развлечься или попользоваться продуктом, а именно для бизнеса, я очень тщательно разбиралась в маркетинг-плане. И один из факторов прихода меня в бизнес Армель, это именно этот основополагающий момент, о котором я сказала выше. Итак, давайте переходим ближе к делу. Первый слайд, он посвящен прямым продажам. Вы знаете, что в нашем маркетинг-плане есть несколько видов дохода. И вот первый доход – это прямые продажи. Друзья, вам сейчас скажу такую тоже простую вещь, что очень часто неправильное понимание сетевого бизнеса приводит к тому, что человек вообще отвергает эту бизнес-возможность. Наверняка часто слышали, что человек говорит: «Ой, бегать, продавать – это не мое». Да, то есть изначально человек воспринимает сетевой маркетинг как что-то нужно бегать, продавать сумками, ходить и так далее и тому подобное, да? Но мы-то с вами знаем, что суть не в этом. И знаете, больше я того вам скажу, что если бы это был единственный источник дохода, вот на разнице, да, стоимости розничной и потребительской, да, то я никогда бы не пришла в сетевой маркетинг. Знаете почему? Потому что я вхожу в ту категорию людей, скажем так, не продажников, я не люблю продавать. И в семье я даже тоже воспитывалась, да, когда считала, что продавать это плохо, это там спекуляция и так далее и тому подобное. Это сейчас уже меняется представление, и все мы знаем с вами, что продавать это также не стыдно, как и покупать, да, то есть есть те, кто продает, а есть те, кто покупают. И кроме того, мы сами себя ежедневно продаем, даже работая по найму, да. Поэтому продавать не стыдно, точно так же, как и покупать. Запомните эту фразу. И вообще существует очень мало продажников, всего 5% людей, которые действительно любят продавать, и это, ну, их дело жизни, скажем так. Но, тем не менее, при всем своем подходе к продажам, это не мешает мне, нашей семье, сегодня зарабатывать хорошие деньги, да? Давайте с вами разберемся, почему. Вот продажи – это то, с чего можно начать. Это ваши первые быстрые деньги. И когда вы понимаете, что вы приходите в компанию, здесь можно заработать на продажах, вы, соответственно, начинаете доносить легкость понимания это своему окружению, да? И вот тоже вам скажу такую фразу, которая пришла ко мне уже в процессе моей деятельности, это мой опыт, что когда вы научите людей зарабатывать, когда они положат первые денежки себе в кошелек, вот поверьте, те люди пойдут за вами, и они будут ключевыми людьми в вашей команде. Они уже не будут смотреть в другие проекты, в другие структуры, потому что если человек приходит из-за денег, он должен увидеть, что они здесь есть. В компании Армель сегодня денег море.
море, да, и хватит на всех, и еще, возможно, не пришли самые большие чеки, да, в компанию. И поэтому сегодня моя задача и ваша задача разобраться, как же здесь нам с вами можно эффективно заработать. Вот для меня сегодня продажи – это больше дополнительный вид заработка. Это мое хобби, когда я пошла и где-то чисто сердечно поделилась информацией, и человек захотел купить. Но тем не менее, на таких продажах можно заработать неплохие деньги, да? Все вы знаете, что у нас цена флакона для партнеров, классическая коллекция 880 рублей, амплуа 1450, а рекомендованная, друзья, розничная цена 1500 и, соответственно, 2500. То есть на разнице вы зарабатываете от 600 до 1000 рублей. Здесь я прям буквально в двух словах скажу, что важно придерживаться этики компании. Для меня это очень важно, даже не как для лидера компании, да, а для вообще для себя как человека. То есть этика для меня очень важна, да, поэтому есть сегодня люди, которые продают там, допустим, по своей цене, занижают, есть кто и завышает цену. Вот здесь важно выработать видение, которое нам рекомендует компания. То есть, если она так рекомендует, значит, это просчитано и это правильно. И, соответственно, когда человек просит у вас продай со скидкой, ну, пригласите его на пользование в магазин, и будет он получать со скидкой. При этом вы не мешаете людям, которые зарабатывают на продажах, потому что, представьте, для некоторых это единственный выход из сложившейся ситуации сейчас быстро заработать на продажах, да, накормить семью, закрыть кредит или еще что-то. И представляете, мы своими скидками можем просто-напросто вредить этим людям. Всегда думайте еще и о других. Соответственно, зарабатываем на продажах. Не хотите зарабатывать? Подключайте партнеров. Я надеюсь, вы меня услышали и прислушаетесь к этой точке зрения и будете также правильно и этично строить бизнес. И на продажах сегодня у меня есть примеры в команде и вообще в компании, да, когда молодые девушки, амбициозные, есть даже студенты, да, есть мамы в декрете, которые приходят, допустим, в организацию и за 2-3 часа зарабатывают там 5-10 тысяч рублей на продажах. А это для кого-то полмесяца работать, а может быть даже и месяц, согласны? Вот, поэтому продажи – это такой классный вид дохода, с которого можно начать, да? Но, как я уже сказала, не за этим мы приходим в сетевой бизнес, мы приходим за другой идеей, за другими деньгами, поэтому продажи – это линейный вид бизнеса, скажем так, поработали, полопали, да? Соответственно, тоже сейчас рекомендую вам обратить внимание на следующую фразу, которую я скажу, а возможно даже взять ручку, листочек и записать. Друзья, лучше получать 1% от усилий 100 человек, чем 100% от своих собственных усилий. Вдумайтесь в эту фразу. 1% от усилий 100 человек, чем 100% от своих собственных усилий. Поэтому есть такая профессия сетевик, да, строитель сети. Другими словами, мы строим сеть магазинчиков, да, складов, строим потребительские структуры, где 85% людей – это лояльные пользователи, скажем так, ваши клиенты, клиенты компании, да, и только 10-15% – это люди, которые готовы вместе с нами, вместе с вами развивать эту сеть. Поэтому мы приходим с вами к следующей мысли, да, что если мы хотим зарабатывать другие деньги, мы должны приглашать в бизнес. И вот следующий вид дохода, я считаю, шикарнейшая вообще возможность, которую дает компания Armel, есть такой бонус за привлечение, он называется рекрутинговый бонус. Он составляет 500 рублей за каждого зарегистрированного вами бизнес-партнера, то есть те, кто купил стартовый набор, да, наш основной инструмент.
Смотрите, эти деньги сразу поступают вам на счет, на баланс. То есть вы сразу можете уже сегодня заработали, завтра вы можете ими воспользоваться. Это тоже огромнейший плюс, когда человек может сразу заработать и сразу вывести. Да? Не нужно там достигать лидерского статуса, не нужно как-то накапливать эти деньги. Они доступны к выводу. Соответственно, если вы зарегистрировали 10 человек, вы сразу заработали 5000 рублей, а это плюсом, да, к основной, допустим, там зарплате сейчас очень даже неплохие деньги для кого-то. Плюс, опять же, я люблю говорить примеры из своего собственного опыта, да, потому что я именно человек-практик, а не человек-теоретик. В начале бизнеса, когда я пришла в октябре месяце в компанию, я очень много поначалу сразу рекрутировала, потому что когда я поняла, что у нас шикарный продукт, который люди хотят покупать, который несложно предложить, и вокруг люди говорят, а я тоже хочу так же, как ты, соответственно, я сразу поняла эту идею бизнеса и начала активно рекрутировать, да, то есть строить ту самую свою потребительскую сеть, которая сегодня мне дает комфортно жить и содержать семью и детей, да. Поэтому я очень много рекрутировала, это было вот в первый месяц 26 человек было, в декабре в мою первую линию пришло 40 человек, поэтому посчитайте, что практически на просто на рекрутинговом бонусе я заработала порядка 20 тысяч рублей. Это без продаж, это без комиссии за структуру, а 20 тысяч, ну, у нас вот по Оренбургу это, ну, скажем так, более чем средняя зарплата, то есть в среднем где-то у нас получают 15 тысяч рублей. Вот, поэтому на этом виде дохода тоже можно плюсом заработать, и это шикарнейшая возможность. Переходим далее. У нас есть несколько видов заработка, да, как я уже сказала. И вот в маркетинге у нас есть несколько ступеней. Первая ступень – это наша лестница успеха, благодаря которой компания начисляет и выплачивает комиссионное вознаграждение за товарооборот, который проходит у вас в структуре. То есть, смотрите, у нас есть продукция, флакон, да, изначально флаконы духов, которые имеют 10 баллов. Каждый балл равен 70 рублей, то есть именно с 70 рублей компания насчитывает нам комиссионное вознаграждение. Каждой ступеньке соответствует определенное количество баллов. 3% это 100 баллов, 6% это 400 баллов, 9% это 1200 баллов и так далее до 28%. Соответственно, мы понимаем, что для того, чтобы получить комиссионное вознаграждение в 3%, достаточно, чтобы по вашей структуре, опять же подчеркну, структуре, это не обязательно должны быть ваши личные продажи, прошло 10 флаконов. Могу сказать из личного опыта, что и 10 флаконов – это немного, да, но опять же плюс нашего маркетинг-плана нашей компании, что ваша минимальная активность может быть всего 20 баллов, то есть 2 флакончика, 1800 рублей, да, при том, что это сейчас могут не только быть духи, а и продукция для дома, и для тела, и для лица, и так далее, и тому подобное. То есть сейчас я не буду делать презентацию продукта, я доношу вам сейчас идею, да, как можно этот товарооборот создавать. И представьте, вы выстраиваете потребительскую структуру, например, у вас там сформировалось 500 тысяч человек, да, и вышел какой-то новый продукт, который имеет там 10 баллов. Посчитайте, какой товарооборот может пройти, то есть у вас раз за месяц может там раз и там 6 тысяч баллов прошло, да, а 6 тысяч баллов это 20%, и уже мы зарабатываем от 35 до 60 тысяч рублей просто на том, что мы когда-то порекомендовали человеку классный продукт, да, классную идею, классный магазин. Понимаете сейчас, какую я до вас суть донесла? Всем понятен этот момент? Дайте мне, пожалуйста, обратную связь.
Пошли в часик. В чате плюсики, понятно, да. Спасибо, друзья. Соответственно, смотрите, когда мы дошли до 28%, на этом все не заканчивается. Я считаю, что у нас очень щедрый маркетинг-план, потому что не любая компания дает такой высокий процент 28%, да? Где-то есть максимальная точка, это и 21%. У нас это 28%, и это тоже плюс. Раскройте его для себя и рассказывайте об этом вашим партнерам. Кроме того, да, во многих компаниях есть ограничения по выплатам из глубины. То есть, допустим, вырастили вы лидера, да, все, его товарооборот зафиксировали, и вам просто платят определенный процент. Как правило, он в разы меньше того, что проходит по структуре. А скажите, а хотели бы вы получать процент с абсолютно каждого человека, который пришел в вашу организацию? Неважно, какая это глубина, первая, третья, пятая, 25-я, 50-я. Хотели бы получать с любого человека? Конечно, хотели. И компания Армель дает такую возможность. Вот я когда для себя поняла, что ограничений, друзья, нет. Мы получаем абсолютно с любой глубины. Я настолько этим прониклась и, поняв это, начала активно строить сеть, да, и помогать уже другим людям, то есть растить уже глубину, скажем так, да. И даже когда вы дошли до 28%, перед вами открывается уже там второй и третий уровень маркетинга. Сегодня мы тоже несколько слайдов рассмотрим, то есть на этом все не заканчивается. И сегодня я уже достигнув квалификацию 28%, кстати, это произошло спустя 4 месяца, на 5 месяц я закрыла квалификацию 28%. То есть, понимаете, вы можете затратить, конечно, у всех скорость разная. Кто-то скажет, нет, я так не смогу, для меня это очень слишком быстро, слишком амбициозно. И здесь есть плюс, что вы сами можете формировать вот эту скорость, темп задавать своему бизнесу. Но даже, допустим, если вы будете двигаться, как я говорю, как, ну, медленно, да, там, как черепашка, через месяц сделали квалификацию, через месяц ее подтвердили, на следующий месяц сделали новую, опять ее подтвердили, то даже при таком темпе за год и два месяца вы можете достичь квалификации 28%. А следовательно, вы, выйдя на этот уровень, можете зарабатывать от 100 тысяч рублей и выше. Могу вам сказать честно, я же люблю цифры и факты, да, все вы знаете, что на уровне сейчас при правильном подходе к построению структуры мой чек, чек уже нашей семьи, да, потому что мой супруг Владимир Селезнев, он тоже активно пришел в бизнес, когда увидел движение, да, наш чек сейчас может быть и больше, чем, например, у, допустим, там, Сапфира компании, да. Почему это происходит? Это происходит от правильного понимания цифр, что я вам сейчас и пытаюсь донести. Будут следующие слайды, вы сейчас поймете, о чем я говорю. С этим первым уровнем всем понятно? Пока вы пишете, давайте я вам акцентирую на важных моментах. Смотрите, наш маркетинг-план еще плюсом предусматривает автопрограмму. То есть это дополнительный бонус за проделанную вами работу, который дает возможность ездить на новом, шикарном, комфортном автомобиле Kia Rio белого цвета, да, по первому уровню маркетинга и по второму уровню маркетинга, это вообще Mercedes. Условия автопрограммы очень легкие, очень доступные, очень выполнимые, да, если говорить опять же про меня, про мою семью, то автопрограмму я сделала через 2 месяца и 10 дней, и уже на 4 месяц с момента старта в компании с нуля, да, без команды, я пересела на новый автомобиль.
И, как я уже говорю, мы даже съездили в путешествие на этом автомобиле. Могу сказать, что шикарный автомобиль прошел все испытания и, ну, показал себя с очень хорошей стороны. Поэтому почему вы недостойны ездить на автомобиле? Тем более, смотрите, что касается автопрограммы, вам достаточно достичь уровня 17%. То есть товарооборот по структуре всего-навсего 4000 баллов. Друзья, что такое 4000 баллов? 400 флаконов по структуре. То есть там, допустим, 10 человек, которые ежемесячно продают 40 флаконов. То есть любую большую цифру можно поделить на маленькую, вы поймете, что это очень легко достижимо. Я об этом сейчас говорю с очень-очень большой уверенностью. Почему? Потому что есть уже примеры, когда в моей команде за более даже, может быть, и короткие сроки выполняют автопрограмму в параллельках. Друзья, сегодня читаю практически каждый день в чате, мы кого-то поздравляем с получением автомобиля. И когда ты видишь, что это реально, люди получают вчера, сегодня, завтра, послезавтра и получают уже Мерседес, я очень радуюсь за таких людей. Недавно Оксана Джалилова получила Мерседес. Ну просто диву даешься, да, когда видела этого человека со сцены, когда он, например, только пришел. Прошел год, и видишь, как изменилась жизнь человека уже по-другому, да, поэтому здесь все очень реально. То есть ступенька 17%, и вы можете ее достигнуть, ну, через 2-3 месяца, это вам могу сказать из собственного примера и из примера моих партнеров. И совсем скоро я буду уже поздравлять своего партнера с получением тоже первого автомобиля в городе Челябинск. Представляете, как здорово! Также приятный момент, что на таких небольших квалификациях, они действительно небольшие, потому что товарооборот, он такой незначительно большой, можно путешествовать. А это, опять же, дополнительная возможность, когда вы за проделанную работу, то есть так или иначе, например, вы бы ходили на работу, да, но ни на одной работе вам не скажут: знаешь, ты год так вот оттрудилась хорошо, и вот я хочу помимо зарплаты взять тебе подарить путевку в Грузию. Может такое на работе случиться? Я думаю, что нет. Поэтому... А здесь у нас есть такая возможность. Выполнили квалификацию, а вас еще и вознаградили. Да вознаградили не просто так, а компанию мотивирует сначала на выполнение этих программ, да, а потом она еще и вас мотивирует на отдыхе. Потому что когда вы возвращаетесь с отдыха, и вы, допустим, побывали на лучшем курорте мира, конечно, у вас открывается второе дыхание. Вы с большим энтузиазмом, с большим порывом рассказываете о компании, о возможностях, потому что вы побывали, скажем, поварились в этой каше, да, и, соответственно, вы, когда бываете на таких выездах, вы общаетесь с кругом успешных людей, с лидером, то есть формируется еще и ваше окружение. А это ой-ой-ой, как очень важно, потому что, ну, на самом деле от окружения очень много зависит. А, друзья, скажите мне, пожалуйста, вот сегодня в нашей комнате, в каких квалификациях присутствуют люди? Двенадцать, шесть, 28, 3, 9, 20, 3, 6, 3, 6. Смотрите, то есть у нас один месяц в Армель 3%. Сапфировый мастер. Марина, привет. Виделись в Краснодаре с Мариной, познакомились. Супер. То есть, смотрите, у нас очень такие разноплановые, да, квалификации, то есть есть у нас уже и директора, да, и мастера, и люди в квалификации 3,69%. К чему я это говорю, почему мне стало интересно? К тому, что очень скоро вы можете, буквально уже через месяц-два, быть вот в этой квалификации и прочувствовать не на словах, а на деле то, что я вам сейчас говорю. Смотрите, как же происходит расчет, да? Вот очень важно, чтобы человек, придя к вам в бизнес, он понимал,
откуда же берутся деньги, как они считаются. Потому что вот от этого, да, качественного понимания мы должны понимать, как нам выгоднее построить структуру. То есть то, о чем я вам говорила в предыдущих слайдах. Смотрите, сразу скажу, что в нашем маркетинг-плане нет халявы. Да? То есть здесь нет такого, что вы пришли, за вас кто-то начал что-то делать, и вы получаете. Халявы нет. Мы получаем на разнице процентов. И это очень справедливо, да, потому что я считаю, если ты поработал, то ты и должен получить. А если ты просто так удачно встал, да, в линейке и за это получаешь, но это несправедливо. Вот этой вот несправедливости и халявы в нашем маркетинг-плане нет. Соответственно, допустим, вот давайте разберем пример. Есть вы, и у вас есть, допустим, в вашей первой линии 5 человек. Ваш суммарный товарооборот за месяц стал 10 281 балл. При этом у вас есть несколько веточек, да? Одна веточка, по ней прошел товарооборот там, 3 тысячи с небольшим, по другой там, 2 тысячи, по другой и тысячи не прошло, да, 920 баллов. То есть то, о чем мы с вами говорили, определенный товарооборот соответствует квалификации. Да? Соответственно, если в вашей веточке там, 12%, вы получите на разнице, то есть 3157 баллов мы умножаем на 25 минус 12, 13%, и умножаем на 70 рублей. Таким образом, с этой веточки вы получаете 28 728 рублей, с этой ветки. Если бы эта ветка была 25%, вы бы получили с нее 0, понимаете? Поэтому здесь важно не строить людей в колбаску, там, в морковку, в сосиску, да? То есть мы понимаем, что люди, они будут вас догонять в квалификации, будет статус, да, но не будет дохода. А мы с вами пришли, ну, лично я пришла не за статусом, я пришла за деньгами. Соответственно, запомните, ваша ширина – это ваша доходность, ваша глубина – это ваша стабильность. То есть, когда у вас соблюден баланс ширины и глубины, вот именно на этом балансе вы зарабатываете самые большие чеки в компании. Вот при этом примере, то есть суть вы поняли, здесь нет смысла мне там диктовать, как в школе, да, все мы с вами взрослые люди пришли в бизнес, я уверена, что вы понимаете, о чем я говорю. Соответственно, вот при таком раскладе, при 25% чек составил 107 тысяч рублей. То есть та сумма, при которой уже можно чувствовать себя комфортно, да? Так, и вот когда мы достигли уровень 28%, на этом закончился первый уровень маркетинг-плана, и мы перешли на второй уровень маркетинг-плана. Когда мы уже с вами можем помочь людям, подрасти в квалификациях, да, и когда вы выросли под собой трех директоров, то есть три человека в квалификации 17%, вы становитесь сапфировым мастером. Между 28% и сапфировым мастером есть еще такая промежуточная ступенька, это просто мастер. То есть когда одна веточка достигла 28%, а ваш групповой, боковой товарооборот составил 7 тысяч баллов, вы становитесь мастером, и вам дополнительно компания платит бонус 20 тысяч рублей. Когда вы выросли, три директора, да, по 17%, соответственно, вы стали сапфировым мастером. И самый прекрасный момент, когда мы уже получаем процент не только со своей структуры, да, не только со своего маленького магазинчика, а мы получаем уже процент от товарооборота всей компании. Вот вдумайтесь тоже в эти цифры. Сейчас наша компания находится в экспоненциальном росте. И я говорю, что есть всегда прямая закономерность. Растет товарооборот компании, растет ваш чек.
Поэтому сегодня, друзья, нет причин не делать этот бизнес. Мы с вами на росте, мы пришли еще в самое интересное время. Соответственно, сегодня у меня задача, допустим, как, ну, есть люди, которые там недальновидно видят, да, что вот мы там конкуренты или еще что-то, не конкуренты. Вот когда вы поймете, что вы можете зарабатывать с товарооборота компании, сегодня я заинтересована в вашем росте, не только в росте своей команды, безусловно, и в нем тоже, но и в росте вашем, потому что дойдя до второго уровня маркетинга, мы уже получаем с товарооборота компании. Это может быть 2%. Да? Представляете, 2% от всего товарооборота. Соответственно, если вы стали изумрудным мастером, то есть у вас есть три веточки, которые достигли товарооборота 10 тысяч баллов, вы плюсом получаете еще 1,5%. С общего товарооборота. И бриллиантовый мастер – это три веточки по 35 тысяч баллов, это еще плюс 1% от товарооборота компании. Причем все эти ступенечки, они суммируются. То есть вы получаете по первому виду маркетинга, да, то есть по там от 3 до 28%, плюс и по второму виду маркетинга. Соответственно, понимаете, какие могут быть здесь чеки, да? С этим понятно? Так, просят назад картинку. Назад вот эту. Расчет, как происходит расчет, правильно? Это картинка. Угу. Я так понимаю, хотите сделать фотографию. Угу. Так, я надеюсь, что успели. Могу переключать? Угу. Да, на самом деле очень важный слайд, да, именно понимание, откуда же берутся деньги, как они насчитываются, и даже доходит иногда до смешного, что люди перепроверяют, а правильно ли мне начислили комиссионное вознаграждение в компании. Друзья, начисляют все правильно, да, есть специальная программа, которая все это высчитывает, и у нас замечательный личный кабинет, в котором мы видим, да, какую квалификацию, сколько товарооборот прошел личный, сколько сделали партнеры, сколько получил партнер, сколько получаете вы, но тем не менее очень важно понимать, откуда берутся деньги. То есть проверять, конечно же, нет необходимости, но понимать, безусловно, да. Я могу переключать на слайды? Да, вот Мила пишет, что все четко начисляется. Конечно, любая сумма может провериться, и она будет копеечка в копеечку. Так, второй уровень маркетинга проговорили. Друзья, давайте еще акцентируем наше внимание на автопрограмме, потому что это действительно отличная мотивация для вас самих, для ваших партнеров. Да? Я уже проговорила, как ее сделать, да, с какого уровня она начинается. То есть сделали один раз уровень 17%, на второй месяц вы ее подтвердили, эту квалификацию, и уже на третий месяц вы можете, в принципе, идти в автосалон и приобретать автомобиль. И с третьего месяца вам начинает выплачиваться дополнительный бонус от компании, он так и называется автобонус, и в вашем личном кабинете появится отдельная строка начислений. Так вот, по автобонусу мы можем получать от 5 до 15 тысяч рублей. В зависимости от нашей квалификации и от дохода, который мы получаем. Почему, друзья, это сделали, да? Опять же, я говорю, что у нас нет халявы, соответственно, если человек, допустим, ну, просто вот так удобно встал, да, в структуре, он сам не активен, но он волей-неволей, например, там 28%. И, конечно, несправедливо, если компания плюс ему там будет платить еще автобонус, да? То есть здесь уже заранее просчитаны те параметры, которые влияют на сумму автобонуса. То есть
При статусе 17% и чеке в 30 тысяч вы получаете автобонус 5 тысяч плюсом к вашему основному чеку. И если, допустим, автомобиль приобретен там, частично в кредит, либо, допустим, если вы занал взяли, то вы точно знаете, что каждый месяц вам будет перечисляться минимум 5 тысяч рублей, которые вы можете либо погасить, либо просто плюсом положить себе в кошелечек. Минимум 5, максимум 15 тысяч по программе Kia Rio. По автопрограмме Mercedes-Benz идет сумма от 20 до 50 тысяч рублей. Я думаю, что с этим тоже вам понятно. Да? Программа рассчитана на 3 и 5 лет, соответственно, в зависимости от маркетинга уровня, да? От первого и от второго. Третий уровень – это красный бриллиант, черный бриллиант и абсолютный бриллиант. Я не буду здесь заниматься уже просчетами, да, акцентировать ваше внимание, потому что время неумолимо движется вперед, а я еще хотела с вами затронуть немаловажную тему, да, одну. Поэтому здесь вы тоже можете сделать фотографию и... Когда вы поймете, что впереди перед вами, да, это могут быть и апартаменты на Черном море, ну, я не говорю уже о чеках, которые можно здесь получать, ну, шикарнейшая возможность, которая была введена недавно еще и в нашей компании. То есть мы настолько быстро развиваемся, что уже ввели третий уровень маркетинга, друзья, и это очень приятно радует. Вот эту табличку тоже рекомендую вам сфотографировать, то есть здесь приведены цифры в зависимости от вашей квалификации, сколько происходит выплат в сеть и сколько при этом можете получить вы. Это очень важный момент. Почему? Потому что, ну, я очень часто общаясь, допустим, с сетевиками, да, прихожу к выводу, что они сами там за определенное количество лет в бизнесе получают, но вот их партнеры, уже придя в компанию, допустим, стагнирующую, они получают копейки в основном на продажах. И это порождает несправедливость. Никогда при таком соотношении разницы чеков люди не пойдут за вами, потому что они будут говорить, ну, конечно, это она уже там 10 лет, и ей хорошо, а я вот полгода, год в компании, ничего не смог заработать. Поэтому смотрите, выплаты в сеть – это очень важно. Все вы знаете мой девиз, да, судите о моей успешности не потому, сколько зарабатываю я, сколько зарабатывают мои партнеры. И сегодня я уже больше радуюсь за своих партнеров, когда вижу у них в кабинетах хорошие чеки, потому что я понимаю, что действительно они пришли зарабатывать, и они здесь зарабатывают. Поэтому та сумма, которая идет в выплаты в сеть, она имеет огромное значение. И если смотрели мои видео об итогах месяца, да, я прям просчитывала те суммы, которые именно были выплачены в сеть моим партнерам. И эта цифра, она очень в такой геометрической прогрессии растет, и это, ну, очень радует, и я радуюсь действительно за партнеров, ну, как за своих детей. Думаю, это также происходит и у каждого лидера, который с этим сталкивался. Так, в чате были вопросы по поводу автобонуса, да, это дополнительно, это ничего не высчитывается, а добавляется, это дополнительный бонус, так же, как дополнительный бонус – это путешествие, то есть вы не платите деньги за там, билеты и проживание, а это дополнительный бонус от компании. Вот Вика, да, меня тоже понимает, она пишет, что да, за своих еще больше радуешься. То есть за 2,5 месяца она уже тоже понимает, что радость за партнеров – это неимоверная радость. Ну и здесь тоже проведена табличка доходов относительно уровня эффективности уже на рангах от сапфирового мастера и выше. Смотрите, вот сейчас я думаю, что каждый из вас понял, каким образом
начисляются у нас деньги, да, как правильно, как эффективно нужно строить свою сеть, чтобы получать максимум из наших вложенных вами усилий. И вот сегодня у нас начало месяца, первое число, да, очень важно, чтобы ваш результат, он был запланирован. То есть, как я считаю, что наш результат, он выражен в конкретных цифрах и действиях. То есть не бывает такого, что мы, допустим, месяц закрыли, обычно как происходит? Выдохлись, да, в последние несколько дней закрывали квалификацию, устали звонить партнерам и думаем, ну сейчас я вот недельку дам себе отдыха, а потом потихонечку начну делать, да. И вот это потихонечку, когда нет четкого фокуса, нет понимания туда, куда вы движетесь, оно не дает вам того самого результата. Но если вы четко сегодня запланировали определенную квалификацию, вы поняли, каким образом вы будете ее достигать. То есть вы должны четко понимать, что любая большая квалификация, она состоит из множества маленьких, да? И что, например, такое 6%? Это, например, 4 3% в вашей структуре, да? 4 человека, которые пришли и сделали первую квалификацию. То есть не вы сами продаете там 40 флаконов, а именно вашей, скажем, организации, кто на что планирует, соответственно, с каждым партнером вы должны запланировать его результат. То есть поставили себе планку, прозвонили команду, спланировали их рост, их квалификацию, и четко, еженедельно нужно двигаться, не отходя от этого плана. Да? Именно при таком фокусе и планировке, друзья, результата не быть не может. Это вот знаете, как есть фотоаппарат, если у него объектив не настроен, фотография получается, но она не четкая, она не расплывчатая. Но если нам настроить фокус, да, то получится четкая, яркая, сочная фотография. Это вот наш с вами результат. У меня каждый месяц на холодильнике висит такая табличка, где я прямо пишу, этот там столько-то процентов, этот, вся структура расписана. И когда у нас есть фокусировка на это, соответственно, мы притягиваем к себе этот результат тоже. Да? Кому интересно, можете посмотреть мое видео, я их не скрываю, и есть несколько видео о том, как я планирую начало месяца. Скажу, что очень важно, знаете, не просто запланировать, да, месяц, а рассчитывать, что месяц у вас не 4 недели, а 3 недели. И уже, допустим, к 15-20 часу у вас должна быть квалификация, которая у вас была в предыдущем месяце. То есть, допустим, если вы сегодня 9%, соответственно, до 15 июня вы 9 должны подтвердить, а за последние 10-15 дней это то время, которое даст вам рост. Да? Тот момент, когда вы можете что-то поправить, если у вас не получается, если идет что-то не так. Опять же, не в последний там месяц, потому что, ну, бывает такое, что за час звонят, да, квалификации добивают, а это лишние нервы, бывает там он с интернетом что-то, зачем нам это? Я вот, например, люблю, чтобы все было очень спланировано, четко. Когда месяц заканчивается, а вы видите, что вы уже довольны тем результатом, который есть, это настоящее такое чувство удовлетворенности, когда вы не просто там вот работаете, потому что надо, а вы получаете действительно удовольствие. И вот это я прививаю в первую очередь себе, прививаю своим партнерам, и рекомендую делать это вам. Итак, давайте с вами подведем итог, потому что я смотрю, что мы уже практически час с вами, да, общаемся. Итог какой, да? Если при одних и тех же условиях вы хотите зарабатывать больше, то необходимо, первое, досконально изучить маркетинг-план, правильно выстраивать свою организацию и помнить о том, что ширина – это ваша доходность, а глубина – это ваша
стабильность. И нужно очень четко соблюдать этот баланс. А глубину мы выстраиваем не средствами там, своих людей, да, и в колбаску выстраиваем людей, а именно помогая вашим партнерам растить их директоров, их бриллиантиков. Запомнили. И еще один момент, да, который тоже очень важен, что нужно планировать свой рост. Поэтому сегодня обязательно позвоните своим наставникам, скажите, я хочу результата, я хочу такого-то результата, я хочу роста. И этот рост вы сегодня планируете и уже четко движетесь к намеченной цели. Друзья, скажу, что месяц июнь, он должен быть у всех таким фокусным минимум на 12%. Кто за такой фокус? Есть в чате такие? Побежали плюсики, и на самом деле это так здорово. Возможно, те, кто 3%, они еще не понимают, да, почему 12. Я, друзья, вам объясню, потому что не за горами у нас месяц июль, и в июле у нас состоится школа ключевых партнеров, на которую и попадают люди в квалификации от 12%. То есть те, кто сделал это в мае, браво, аплодисменты вам, вы уже туда попадаете. Для тех, кто еще не сделал, но услышал эту мысль и захотел там побывать, вы еще в июне можете это сделать. Запланировать 12% сегодня, до конца месяца сделать и в июле побывать на школе активных ключевых партнеров, которые пройдут 15 июля в Красноярске и 16 июля в городе Москва. Скажите, есть в чате, кто уже принял решение там быть? Пишите, кто будет в Красноярске, кто будет в Москве. Могу сказать, что 100% я с супругом буду в Москве и буду рада увидеться со своей командой и непосредственно с вами, кто есть в чате. Москва, Красноярск, однозначно Москва. Я бы так сказала 50 на 50, да, два города фигурируют, и Красноярск, и Москва. На самом деле это здорово, и я вам рекомендую делать фокус самим, да, на этот результат, то есть быть самим и как можно большему числу ваших партнеров быть на этом событии. Почему? Потому что именно на этой школе, я могу сказать так, что все, весь бизнес начнется с этого ключевого события, с этого обучения, потому что там будут даваться и азы построения, да, бизнеса, вам будет даваться понимание вот этого лидерства, будет формироваться ваша убежденность. И вы знаете, я вам тоже скажу такую фразу, которая пришла ко мне из моего опыта, что иногда нужно в бизнесе дойти до квалификации, ну, как минимум, там, 17%, да, вот у нас здесь в Армей, чтобы понять, нужен вам этот бизнес или нет. Нельзя побыть в компании один месяц, закрыть квалификацию 3%, получить комиссию 200 рублей и сказать, фу, это не работает, это не бизнес. Нельзя. Нужно пройти этот путь, увидеть всю масштабность, всю глобальность, и тогда только сделать вывод, нужен вам этот бизнес или нет. Сегодня меня никто еще не уговорил и не уговорит, что мне этот бизнес не нужен, потому что я знаю, через что я прошла, что я получаю, и я иду дальше на второй и на третий уровень маркетинга, да, и многие из вас, те, кто присутствует сегодня в этом чате, согласны? Друзья, мы сами задаем темп своему бизнесу, и от этого зависит ваш результат, ваш отдых, ваш образ жизни. Поэтому сегодня все планируем, планируем свою жизнь, да, свой результат, и сегодня я
Вот нашего президента Вячеслава Демидова в чате прочитала шикарную фразу, как раз это было перед подготовкой к данному обучению, и хотела бы, чтобы эти строки завершили, да, мое обучение и стали тоже вам таким посланием от Вячеслава. Красивое будущее зависит от мощного настоящего. Как звучит, да? Красивое будущее зависит от мощного настоящего. То есть от сегодняшней нашей проделанной работы, да, у нас сейчас много соблазна. Я вас поздравила с летом, да, кто-то скажет, ой, ура, наконец-то, многие стали уезжать на даче, там, кто-то вот на отдых и так далее. Но подумайте о том, что проделав сегодня результат, как может измениться ваш отдых, допустим, через какое-то время, что зимой вы можете побывать в теплых краях, вы можете посетить лучшие курорты мира и так далее. Соблазнов у нас много в жизни, да, поспать подольше, не пойти, не сделать. Вот у меня сегодня утром очень хотелось спать, потому что закрытие месяца – это всегда очень важно, ответственно, еще в 3 часа, как это, ночи или уже утра, то есть я, можно сказать, легла первого и проснулась первого. Мне очень не хотелось вставать рано, вести ребенка на тренировку, так хотелось поспать, но я понимаю, что от ежедневных действий моего сына в ежедневных тренировках зависит его там будущая карьера, его результат. И я не могла не сделать этого, да, поэтому также и в нашем бизнесе мы очень любим с Владимиром сравнивать наш бизнес со спортом. Ежедневные действия, да, которые вас могут привести к совершенно другому уровню жизни, поэтому красивое будущее, вот мне эта фраза вообще очень понравилась, красивое будущее зависит от мощного настоящего. Подумайте, что даст вам сегодняшняя запланированная квалификация, зачем она вам нужна, спросите это у себя. И школа ключевых людей определит будущее твоего успеха с компанией Армель. Друзья, спасибо, что были сегодня со мной. Надеюсь, что получили информацию, разобрались. Если у вас остались вопросы, всегда готова на них ответить. Со всеми прощаюсь. Всем удачного дня. Всем пока-пока.